Ты взрослеешь не в тот момент, когда исполняется 18, когда ты уходишь из дома далекими пыльными тропами. Ты взрослеешь, когда понимаешь, что ошибаться намного лучше, чем даже не попробовать. Ты взрослеешь не только, когда готовить приходится самому, а когда понимаешь, что не существует счастья в чужих сердцах, и что родные ранят больнее всех только потому, что мы сами им рассказали о наших слабых местах. Ты взрослеешь не в 18, не в 20, не в момент, когда себе позволить можешь выехать за рубеж. Ты взрослеешь, когда понимаешь, что, чтобы не разочароваться, нужно всего лишь не возлагать никаких надежд. Ты не взрослеешь, лишь став владельцем крупного здания, лишь выходя на работу, при этом до отпуска отмеряя дни. Ты взрослеешь, когда понимаешь, что важнее огромного состояния то состояние, что у тебя внутри. Ты не взрослеешь, когда сидеют волосы или грубеет голос, когда время идет быстрее, будто часы спешат. Ты взрослеешь, когда задаешься простым вопросом: почему же с тобой лежит тело, которому не лежит душа? Ты взрослеешь не в тот момент, когда ты берешь ипотеку, выплачиваешь кредит и говоришь: никому нельзя доверять. Ты взрослеешь, когда понимаешь, что важнее всего человеку найти не еще одного человека, а наконец-то найти себя.